Более 7 тысяч вакантных мест на 170 предприятиях различных отраслей. Во всех городах и районах Самарской области сегодня прошла всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Ее участники прошли профориентацию, встретились с HR-службами работодателей Самарской области, поучаствовали в семинарах, узнали о программах обучения, поддержки при запуске бизнеса. В Самаре вакансии предлагали крупные предприятия, такие как ОДК «Кузнецов», завод приборных подшипников, Самарский металлургический завод, Куйбышевская железная дорога, АОСА «Салют», аэропорт «Курумыч», МП «ТТУ». Эта стойка привлекла внимание студентки колледжа Виктории Камневой. Если я поступлю в университет на очное образование, то буду учиться. Если не получится поступить, то придется пойти работать. Ярмарка проходила в рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией». По итогам 2022 года в Самарской области зафиксированы самый низкий процент безработицы – или так называемый процент трудоустройства. В Самарской области он 0,52. Это намного ниже, чем по всей Российской Федерации. За несколько лет в рейтинге инвестиционной привлекательности Самарская область поднялась на 56 рейтинговых позиций, показав лучшую динамику в стране. В рейтинге агентства стратегических инициатив регион прочно закрепился в первой десятке. За 5 лет было открыто 101 новое производство, создано более 48 тысяч рабочих мест. Это позволило добиться рекордно низкого уровня безработицы. На сегодняшний день уже очень низкий уровень безработицы в Самаре, Самарской области. Но благодаря данному мероприятию, я думаю, еще он снизится. Здесь и крупные заводы, и аэропорт, и различные другие более мелкие. Поэтому любой уровень возраста, и молодежь, и взрослые смогут найти себе работу. Те предприятия, которые сегодня представлены, говорят о том, что у них есть вакансии, у них есть возможность трудоустроить и уже сегодня дать, ну скажем так, возможность задуматься, куда прийти соискателю и где найти себя. На территории Самарской области только за последние 5 лет открыто 101 предприятие и обеспечено 48 тысяч рабочих мест. Самара является, ну, производителем, который может полноценно закрыть все наши потребности. Большое количество работодателей участвует, большое количество искателей. Вот, как показал предыдущий этап ярмарки всероссийского трудоустройства, это действительно очень нужное мероприятие, которое дает позитивный результат. На территории Самарской области под контролем губернатора Дмитрия Азарова реализуется свыше 250 инвестиционных проектов. Еще в 2018 году объем инвестиций в основной капитал не превышал 265 миллиардов рублей. По итогам 2022 года эта цифра выросла на 70% и вплотную приблизилась к 450 миллиардам. Реализуются крупные государственно-частные инфраструктурные проекты, которые позволяют активнее развивать целые отрасли. Оказываются меры поддержки как работникам, так и объектам малого и среднего предпринимательства, крупным предприятиям. Виктория Шара и Константин Головин. События.